неважно, прыгаете ли вы или занимаетесь джибингом, в любом случае вам будет полезно приходить на батут, где вы разовьете свою гибкость, ловкость. В общем, разовьете все, что необходимо для того, чтобы заниматься сноубордингом. Встретимся в зале. И сегодня я хочу рассказать вам про несколько базовых джибовых трюков. Трюк номер один – фронтсайд, бланкслайд. Трюк заключается в том, что вы подъезжаете лицом к периле с фронтсайдной стороны, делаете олли, запрыгиваете над перилой, разворачиваете доску на 90 градусов, ставите доску на перилу в области передней ноги. То есть нужно, первое, что нужно, подъехать, присесть, хорошо оттолкнуться, сделать олли, вылететь, развернуть доску, поставить ее на перилу, зафиксировать и проехать перилу до конца, и в конце сойти в свою стойку. Трюк номер два. Фронтсайд бордслайд. Это второй базовый трюк, которым необходимо овладеть для разучивания последующих более сложных трюков. Трюк заключается в том, что вы подъезжаете к периле с фронтсайдной стороны, то есть перила находится перед вами, вы на нее смотрите. Делаете олли, хорошо отталкиваясь, делаете олли, разворачиваете доску на 90 градусов спиной вперед по ходу движения и ставите доску также в области крепления на нос доски. При этом нужно развернуть плечи и просматривать область движения, то есть смотреть перилу и куда вы едете. После того, как вы проезжаете перилу, вы разворачиваете плечи и сходите в свою стойку. Backside blunt slide и frontside 180 in, cap 180 out. Итак, первый трюк. Трюк заключается в том, что вы подъезжаете к периле с бэксайдной стороны, то есть перила находится позади вас. Делаете хорошее олли, нужна хорошая скорость, чтобы хорошо выпрыгнуть и вынести доску над перилой. То есть нос доски проходит над перилой, и вы встаете на перилу с задней части доски, тейлом. Чтобы хорошо сделать этот трюк, нужно выполнить некоторый элемент. Нужно выпрыгнуть, поставить доску, упереться как бы в перилу. После чего поставить доску сверху на перилу и продолжить скольжение. После скольжения вы сходите в свитч, это проще всего. Второй трюк – это frontside 180 in, то есть вы запрыгиваете на перилу frontside 180, frontside 180, и сходите cap 180, это 180 frontside из свитчевой стойки. Итак, что нужно сделать? Разгоняетесь, перила находится с бэксайдной стороны, то есть за вами. Делаете хорошее олли, выщелкиваете над перилой, разворачиваете доску на 180, ставите на перилу, проезжаете switch 50-50 и в конце делаете опять же олли и разворачиваете доску на 180 градусов лицом вперед, то есть кэп 180, и уезжаете в своей стойке.